Когда я вот сейчас думаю, сейчас, какой был Аркадий Островский в песне? Как коротко бы это сказать? Я думаю, что наиболее точное определение – солнечный. Да, он был солнечный композитор. Это не значит, что он был бездумен, это не значит, что его не мучили всевозможные вопросы, поиски. Нет, он очень много искал. Но это вытекало из его мировоззрения, из его миросозерцания, из его ощущения жизни. Он был очень солнечный весь. Хотя последние годы было много серьезных раздумий и песен, раздумчивых, иногда очень драматических, и все равно в основе своей он оставался солнечным. Работать с Аркадием Ильичем было всегда очень интересно, потому что у него не было такого чувства, что вот написал песню и ладно. Он возвращался бесконечно к песне. Он готов был работать столько, сколько нужно. То, собственно, так, как и должно быть. Хотя иногда бывает так, что песня пишется, и даже иногда говорят некоторые люди, ну сколько можно работать над одной песней? Можно работать столько, сколько требует эта песня. Иногда она пишется с лету, в несколько минут, а иногда она рождается очень трудно. Иногда были поиски, почти готовую работу мы начинали заново. Это был замечательный композитор. С ним советская песня потеряла много, но того, что он сделал, достаточно на многие годы для того, чтобы и он жил с нами, и для того, чтобы его работа дополняла общую, широкую, прекрасную картину жизни советской песни.